Мы вместе прошли очень большой путь, более 3 лет, за которые мы обсудили, внесли свои предложения по важным процессам политическим, которые вошли в нашу уже действительность. Новый проект Конституции, который был единогласно утвержден, законодательные акты, которые были обновлены, созданы новые законы о гражданском обществе, о Всебелорусском народном собрании, уже работают, и уже мы видим первые результаты. 400 представителей со всей республики от субъектов гражданского общества представлены в работе Всебелорусского народного собрания. Для нас это большая честь, потому что наши представители выражают интересы наших общественных организаций, и каждый из них, когда вернутся в регионы, начнут работать по встречи непосредственно с районными структурами, активами и, конечно же, встречи с трудовыми коллективами. Стартовое заседание, которое действительно подтвердило конституционные полномочия Всебелорусского народного собрания, делегатов, всех, которые представили свои регионы. И хочется, конечно, пожелать всем делегатам плодотворной, успешной работы в течение всего периода. Самое главное – не потерять связь со своими избирателями, которые им доверили такое право. Наше представительство Солигорского района очень почетное, очень такие важные люди, творческие, инициативные, с большим опытом работы. В большей степени это вот члены Республиканского общественного объединения «Беларусь», политической партии «Беларусь», других общественных организаций. И я знаю, что с такими делегатами, с нашими общественными организациями мы легко справимся со всеми задачами, которые будут поставлены.